Всем привет! Сегодня у нас на обзоре интересный инструмент от украинского производителя. А именно мы рассмотрим сварочный инвертор Patton VDI-160E. Завод имени Patton старается идти в ногу со временем и постоянно оптимизирует выпускаемую продукцию. И вот буквально в мае 2018 года мы получаем очередное обновление одного из наиболее популярных инверторов для ручной дуговой сварки электродами. Давайте по горячим следам посмотрим, что предлагает нам популярный производитель. Аппарат стал легче и компактней, а именно на 4,5 см короче и на 300 грамм легче. Теперь его можно буквально закинуть под мышку, как барсетку, и легко и непринужденно перемещаться по стройплощадке. А если вы решите варить на высоте, тогда сможете любую вершину покорить с аппаратом на плече. Он идеально подходит для высотных сварочных работ. Стоит отметить, что в отличие от большинства китайских аппаратов, инвертор Patton честно выдает свои 160 ампер, чего вполне достаточно для комфортной работы различными электродами, в том числе и специфическими, такими как по чугуну или нержавейке. Он может работать с диаметром до 4 мм включительно. Аппарат устойчив к просадкам напряжения и может работать даже от домашней сети при падении напряжения до 170 вольт. Это достигается за счет уменьшения электромагнитных потерь в трансформаторе собственного производства, а также использованию высококачественных внутренних компонентов. В частности, транзисторы используются от известного производителя Infineon. Компоненты этого производителя давно зарекомендовали себя на рынке и отличаются высокой производительностью и выносливостью. Вся электроника вынесена в верхнюю часть аппарата, что в значительной степени уменьшает воздействие на нее грязи и пыли и тем самым продлевает срок службы электронных компонентов. Также мы видим, что внутри установлено два сетевых фильтра, каждый емкостью по 680 микрофарад. Большинство дешевых сварочных инверторов не дотягивают общей емкостью сетевого фильтра и до 1000 микрофарад. Это должно значительно повысить устойчивость аппарата к продолжительным нагрузкам и продлить его срок службы. Мы видим, что в значительной мере уменьшить габариты инвертора помогло применение SMD-деталей. Как видим, все детали впаяны, впечатаны практически в плату. Они намного меньше классической пайки, соответственно, это позволяет уменьшить габариты. А также такая технология позволяет обеспечить более точную пайку и хорошие контакты внутри сварочного инвертора. Мы видим, что внутри сварочного аппарата важные детали применены от известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей, таких как Kandale, KSD, Infineon. Отдельно стоит отметить кабеля сварочного инвертора, которые имеют увеличенную длину, а именно 3,5 метра электрододержатель и 2,5 метра держатель массы. При этом кабель имеет очень качественное покрытие, которое обеспечивает прекрасную изоляцию, а также не будет трескаться даже на большом морозе. Длина кабеля массы составляет 2,5 метра, а электрододержатель имеет длину 3 метра, что позволит легко дотянуться под самый потолок, даже не поднимая лишний раз инвертор с земли. Говоря про рабочие характеристики, пользователи отмечают невероятную мягкость и плавность ведения дуги сварочным инвертором Patton. Он аккуратно ложит шов, не разбрызгивая его. Все аппараты собираются в Украине, в Киеве, на собственном заводе. Срок гарантии на Patton VDI-160E один из самых высоких на рынке и составляет 5 лет. На этом все. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие еще аппараты от известного производителя вы хотите видеть в наших следующих обзорах. Пока!